сожалению, вместо того, чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, нам приходится с вами, как видите, заниматься делами внутри страны, стабилизировать обстановку. Даже я не сказал бы, что внутри страны. Прежде всего, это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называться с позиции сегодняшнего дня. Но, тем не менее, что меня больше всего беспокоит, к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы. Вы в курсе дела, мне пришлось принимать впервые за четверть века самое серьезное решение, проводя основные части вооруженных сил в полную боевую готовность и переброски на западное направление. Я хотел бы, прежде чем принимать решение по внутриполитической ситуации в Гродно, услышать ваши доклады. Какова здесь обстановка, прогноз развития?